звезды, и на сцене вспыхнет свет. Пусть оставит память в сердце этот день на много лет. Лучик радости на лицах и слезы счастливый след. Этот праздник будет длиться много лет. Подари улыбку миру, звезды новые зажги. Песню радости и счастья всей планете подари. Подари улыбку миру, радугу цветных огней. Улыбнись улыбкой счастья, сердце каждого согрей. Пусть танцует вся планета, пусть уйдут печаль и грусть. Верю я, что мы с тобою встретимся когда-нибудь. Ты подаришь мне улыбку и помашешь мне рукой. Этот праздник повторится и подружит нас с тобой. Подари улыбку миру, звезды новые зажги. Песню радости и счастья всей планете подари. Подари улыбку миру, радугу цветных огней. Улыбнись улыбкой счастья, сердце каждого согрей. Улыбнись улыбкой счастья, сердце каждого согрей. Птицы, реки, страны, города. Этот праздник повторится, веришь ты и верю я. Все однажды повторится, мы споем с тобой опять. Споем опять. Города и света будет над землей звучать. Учителя, уважаемые родители! Доброе не только из-за ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несет. Ведь сегодня день начала учебы после такого долгого перерыва. Доброго настроения вам и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто прожил столько интересных и полезных лет в нашей школе. Добра всем гостям и участникам нашего праздника! Школа, равняйсь, смирно! Ирина Анатольевна, обучающиеся и учителя Государственного учреждения Луганская школа номер 25 имени Михаила Степановича Лиховида на торжественный праздник первого звонка построены. Разрешаю линейку первого звонка, праздник первого звонка начать.
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители и гости нашего сегодняшнего праздника. Я хочу искренне всех поздравить с нашим праздником, праздником первого звонка. Начало учебного года ознаменовано хорошей погодой, хорошим отдыхом летним, продолжительным. Но я надеюсь, что вы с новыми силами 1 сентября сядете за парты в классах и все свое рвение, все свои таланты отдадите на то, чтобы учиться, постигать новое, подниматься по ступенькам знаний. Я сейчас обращаюсь к родителям первых классов. Я хочу вам сказать о том, что вы помощники своих детей. И я надеюсь, что у вас хватит терпения, чтобы ваши дети очень легко прошли этот первый класс. К 11 классам обращаюсь. Ребята, сложный год будет, я так думаю. Но я знаю, что вы можете. Впереди будущее, выбор профессии, понять, куда вы хотите, к чему вы стремитесь. Вам этот год и дан для этого. Ко всем остальным обращаюсь. Вы все на середине пути. Долгие 11 лет в школе – это большой путь. И я хочу, чтобы вы этот путь прошли легко, весело, задорно. Нашли своих друзей в лице учителей, в лице своих одноклассников. Всех-всех с праздником! Всего вам доброго! Добрый день, ребята, уважаемые коллеги, родители. Разрешите от имени министра образования и науки Луганской Народной Республики Цымкала Сергея Александровича поздравить вас с праздником первого звонка. Поздравляю всех учащихся, преподавателей, родителей нашей республики с одним из главных праздников – Днем Знаний. Этот день волнующий и незабываемой праздничной атмосферой, новыми надеждами. Мы поднялись, не по будильнику, сами собрали свои рюкзачки. Рядом идут с модным мобильником, в школу торопятся выпускники. Эй, смотрите, все на нас, мы идем в первый класс. Первый. Развитие творческих способностей обучающихся, высокий художественный уровень и исполнительное мастерство. В связи с присвоением звания «Образцовый художественный коллектив» образцовой организации Луганской Народной Республики и пригласить сюда руководителя хореографической студии «Веселка». Спасибо.
Спасибо большое. Думаю, доверие оправдаем. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад. Много пели, много ели, очень вырасти хотели. Наконец сбылись мечты. Впереди учеба, всюду яркие цветы. Нынче день особый. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли. И теперь никто не скажет, что мы малыши. Здравствуй, школа! Школа, здравствуй! Наконец мы подросли! Уверяем, не напрасно, к вам учиться мы пришли! У меня сегодня праздник, не бывало лучше дня, потому что первоклассник называют все меня. Теперь-то жизнь другая наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я! Мы теперь должны учиться, не зевать и не лениться, на 4 и на 5 на уроках отвечать. Мы без знания жить не сможем, очень нужны нам они. Станем мы полезным людям, мы хозяева земли. В большой и светлой школе для нас открыта дверь. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Дорогие ребята, наша школьная семья с радостью принимает всех вас. Мы будем помогать вам взрослеть в стенах нашей школы. Право повязать галстук ученика школы номер 25 первоклассникам предоставляется нашим 11-классникам. Ребята, берегите его. Он символ нашей школы и символ мирного неба нашей республики. Дорогой наш первоклассник, самый первый школьный праздник, пожелать хотим тебе много радости в судьбе. Знание, сила, это ясно, чтобы жизнь была прекрасна. Познавай, читай, учись, действуй смело, не ленись. Будь смышленым и веселым, пусть тебя научит школа думать, спорить и дружить, ярко, интересно жить. Впервые для тебя звенит звонок, зовет и манит по дороге новой. Сейчас начнется первый твой урок и первое свидание со школой. Хотим тебе сегодня пожелать всегда к вершинам знания стремиться и в жизни никогда не отступать и только с удовольствием учиться. Звенит звонок, как жаворонка трель, в мир знаний, открывая всем нам дверь.